have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Ладушки, и это наш инвентарь. Вот, в общем-то, я одел сапоги скороходы, которые у нас были, и я сейчас смотрю на топор. Урон у него, то есть наш урон сейчас 11-17, тут 18-28, и область атаки гораздо больше, но при этом скорость атаки ниже. До этого мы выигрывали за счет скорости атаки. Давайте попробуем, как это будет работать. В крайнем случае, нас же... никто не заставляет носить его вечно, поэтому давайте просто пока что с ним походим. Ни одного нового лука нам пока что, к сожалению, не выпало. Это немножко жаль. Давайте посмотрим, что у кузнеца есть. Торговать, удерживайте. Это так работает. Мантия вызова. Мощные магические руны вотканы в ткань этих мантий, а их происхождение и истинные силы покрыты тайной. Время перезарядки артефакта минус 25, аура скорости перемещения. Отлично. Я потратил 80 на что-то. Мантия вызова. То есть я могу... Случайный предмет снаряжения. Блин, мне нужно было просто прочитать это. Хорошо, хорошо, я вас понял. А где я могу, мне вот интересно, где я могу складировать свои вещи? Я же не буду все свое носить с собой, нет? Или да, или... Хорошо. Пойдемте мы сейчас тогда в жуткую крепоту. Да, давайте. Пока что мне все очень нравится, все очень круто. И этот тоже, само по себе тоже круто. Так. Жуткая крепота. Ну, мне явно в пещеру. Пойдемте. А зачем аж сюда? Нет, я говорил, что это круто, когда... Все берут, отбрасывают, но зачем аж сюда? Вау! Пока этот топор очень прикольный, мне нравится. Так, тут сейчас будет какое-то испытание, да? Воу-воу-воу-воу-воу! Сейчас это было немножечко жестко. Ой, лук, наконец-то улучшенный лук. Я как раз говорил, что нам до сих пор не попадалось ни одного хорошего лука. 10, 25, 16, 40. Да, пожалуйста. Еще и редкий. Раз здесь есть редкость вещей, значит тут могут быть и легендарки, тут может быть и все. Ну, алтарь испытаний штука прикольная на самом деле, но... как-то после прошлой серии... В прошлой серии было относительно все легко, и я подрасслабился. А тут меня сейчас неплохо начали прессовать. Не то чтобы убили бы, но я подрастерялся. Топорчик. Топорчик хорош. Топорчик мне пока нравится. Руны я пока так и не тратил. Все нормально. Так. А сюда можно попасть вот так. Хорошо. Я предпочитаю все хорошо исследовать. Сходим во все стороны обязательно. В общем, да, паучки меня замедляют, и лучники начинают расстреливать. Меч, который еще лучше, чем... Ну-ка, минутку. 15-24. Скорость повышается, мощь и область это уменьшается. Так. Урон в ближнем. 15-24. Прочный и надежный клинок. А что вот это за модификация? Ослабление. Ваша атака снижает урон от атак всех ближайших врагов на 5 секунд. К
кстати, неплохо. В общем, я так понимаю, что также коэффициент урона они здесь взяли, ну, такая система оценки, что берется скорость, площадь и урон. Из этого делается общий коэффициент урона, из этого они делают вывод, какое оружие лучше, какое оружие хуже. То есть там же показывается значок там красный или зеленый, что оружие хуже или лучше. Вот, то есть они это все учитывают, это круто, хорошо, мне эта система нравится. Одинокий чувак такой стоял. Надо подхилиться, пусть идет откат лечилки. Че я хожу нездоровый-то? Минуточку, 113 стрел. А куда делись мои стрелы? Уйди! С прошлого раза, у меня там 500 было. Я так трачу их, ну, можно сказать, что бездумно, учитывая, что у меня их дофига, у меня их не так уж и дофига, оказывается. А, интересно. Ну что ж. О, сюда можно было тоже, наверное, зайти. Пойдемте, пойдемте. Эту часть данжа мы исследовали. Нам теперь желательно вот сюда сходить. Так. Иногда застрет в углах. Очень неплохо сделана система указания задания. Ну, то есть она такая ненавязчивая, но всегда понятно, куда идти. Это приятно. Чтоб тебя! Их можно детонировать об кого-то другого. Это неплохо. Или просто самому не жаль. Так, ты кто вообще? Я чьи-то останки потревожил. О, стрелы дали. Паучок, зачем ты здесь? А что я получил, кроме экспы? Или я еще не отбился до конца? Давайте отобьемся до конца, посмотрим, что будет. Понятно, да, я просто еще не отбился до конца. Стрелы, которые я потратил, и деньги. Ну ладно, деньги годятся. Я возьму наличку. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Это же не зря сюда эти такие заворотики сделаны, да? Видимо, зря. Тут просто могилы чьи-то. Ну, атмосфера данжа довольно-таки классная. Какой богатый скелетон был. Не подходи ко мне. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, хлебушек. Бабах! Неплохо. Кирка! Редкая. Зелье скорость. Пока подобрал скорость, я сейчас пробегусь, гляну. Да ну не застревай в углах, пожалуйста. Проще их было перестрелять, по-моему. Меня натыкали как ежика. Ну вы че, серьезно? А как это? А, я понял, как это. Откройте, пожалуйста. Блин, сейчас самое время было бы, наверное, взять взрывную стрелу, которую я забыл просто взять. Обычный меч, который лучше, чем мой нынешний топор. Стоп. Урон 14.23.
кирка мощность и скорость больше гораздо. Урон в ближнем будет 26. То есть стабильно 26. Без раз... Давайте попробуем. Что я теряю? Давайте попробуем. И там еще меч был. Тоже с разбросом урона, но... На самом деле я ничего не имею против разброса урона. Это стандартная тема. Бронька хорошая, почему бы нет? 10. Да, давайте. Я понимаю, что там еще нужно судить по дополнительным всяким фигнюшкам, но я пока буду судить по чистой броне, пока я ничего не прокачиваю. Кирка хорошая тема. И скорость хорошая, и урон хороший. На расстояние, да, не хватает. Ну, блин, у меня вот опять 437 стрел, я буду от всех отстреливаться, мне нормально. То есть стрелы набираются в течение уровня довольно неплохо, если все исследовать. А, это хорошо. Вот, в общем, последствия Майнкрафта. С чем бы ты ни ходил, с мечом, с топором, ты все равно вернешься к кирке. А, посмотрим. Какие у нее, кстати? Ладно, надо посмотреть, какие у нее бонусы. Я не посмотрел, просто делал. Минуточку, а третья? О-о-о, а вот это красиво. Я тут сундучок забыл. Можно просто... Вот так вот делать. Вот что дают сапоги-скороходы. Если нужно быстро свалить с какого-то места. Или быстро привалить в какое-то место. Блин, тут мосты падают. А что такое урон чудовищный? Плохо, я их отсвинячил. Новый уровень заодно получил. Бронька похуже, но деньги лишними не будут. Я люблю лут. Лут — это всегда хорошо. Жуткая крепота. Тут, ну, вообще, я так напоминаю, на секундочку, ищем потерянный фолиант. Свинина? Ах вы свинину тут хаваете, да? Бедных свинок убиваете. Стоит такой одинокий, прочный скелет. Ну, как бы... Ладно. Зомбачье тут всякое валяется. Значит, вот эта вот сторона, я так понимаю, нам не нужна. Поэтому в первую очередь, естественно, мы пойдем сюда. Блин, эти ребята крепкие. Фух. Нет, фух. Ты чё, так же и сдохнуть там? Он сейчас до сих пор лапками такой. Давайте в ту сторону сходим. Вот. Вот тут огромное прям спасибо вот этим стрелочкам-указателям, которые показывают, куда нам надо, и я могу со спокойной душой пойти, куда мне не надо, и следовать весь дальше. Блин, а в темном этом у меня урон вообще чудовищный. Стрелы с самонаводкой.
Так, тут просто комнатка, да? Просто комнатка. Отлично. Ну, давайте сюда тогда зайдем. Карта должна быть открыта полностью. И в ту сторону сейчас сходим. До свидания. О! Кого-то убило. Экспа прилетела. Так, минуточку. Указатель мне... Нет, нормально. Хорошо, идем. Яблочко схаваем. Ну, я просто смысла не вижу экономить стрелы. Их дают в неплохом количестве. Да и на врагов они действуют хорошо. О, свининка еще. Вот я съем. Меня всегда это немножечко удивляло. Идешь ты такой по данжу, где трупы, скелеты, зомбаки. И тут из одного из зомбаков выпадает свинина. И ты такой, съем-ка это, хорошая идея. Почему бы не съесть? Откуда он эту свинину взял, это уже другой вопрос. Неплохо. Блин, вот смотрите, как круто сделано. Свет сверху попадает, и тут выросли деревья. Попали семена, и выросли деревья. Потому что тут такой есть пробой наверх. Пробоина в потолке. Теневое зелье. Лук, который чуть похуже. Но, в принципе, меня все устраивает. Мы сюда за этими шли. Ну что, идемте за тайным фолиантом. Так сходу ты и не разберешься, лучше карту не выключать. Как я мог тебя забыть? Деньги. Деньги никогда лишними не бывают. Так. И вот сюда. Да, вот тут. Нет, я ничего не хочу сказать, карта хорошая, просто иногда вот эти вот тоненькие переборочки, они немножечко путают. Не потому, что карта плохая, а потому что просто путают. Вот это нормально. О, сюда тоже надо подойти обязательно. Оно тут так все хорошо, многоуровнево выглядит. Блин, пол падает, видно, вот эти серые штучки, они падают. Вот по ним, если вот так вот пройтись, они падают, да. Я уже теперь понял, как это работает. А когда раскусил геймплейную фишечку, то становится прикольно, интересно, но ты от нее уже, наверное, не страдаешь. Наверное. Это ключевое слово, наверное. Блин, у меня же есть ускорение, я им не пользуюсь. Зря, наверное, надо почаще. Я сейчас все это время шел, я мог ускоряться. Так. Всю быстроту в стенку выпер, блин, ну серьезно. Вообще, бывают иногда такие... А как мне... А, вот так. Плохо открыли. Лук, который еще лучше. 20-49, конечно. Конечно. Все, что лучше, это лучше.
Зато мы крипера за стенкой взорвали. Что не может не радовать. Ох, тут еще прям дофигелиард мест, куда можно сходить. Круто. Мне это всегда нравится. Нужно больше данжей. С таким количеством стрел я просто не вижу смысла их экономить. Особенно, что у нас луки улучшаются, улучшаются, улучшаются. Зачем нам подвергать свою драгоценную жизнь опасности, если можно сделать вот так. Кирка, которая похуже. Тебе лично киркой досталось. Пусть лежит это зелье. Я сейчас сюда зайду, в эту комнатку. Подземный сундук. Я думал, сейчас откроется какой-то проход в доп-локу. Я уже такой думаю, ай, блин, сейчас еще туда идти. Ну, то есть отбиваться опять от основной цели. Но нет, здесь просто сундук открылся. Это круто. А вот это вот, кстати, я не могу припомнить, где у нас была такая фишка, что открывается такая напольная плита, и там сундук. Обычно это все темы делаются для того, чтобы проход вниз какой-то скрыть. Хвост тут понавыло. Так, мне туда, значит, мне не туда. Все хорошо. Отпусти меня. Так, единственный проход у нас сейчас здесь остался. Окей, но данж все равно большой, так что думаю, мы все успеем. Вот такой заходик. С другой стороны, я где-то тоже могу немножечко понять разрабов, потому что здесь крутых мест для того, чтобы что-то приныкать, очень много. И если бы все это заполнить каким-то лутом, то, наверное... было бы трудно. Ха-ха-ха, я тебя, конечно, понял, чувак, но мне сюда надо бы. Или сюда. До свидания. Вовремя вы появились, ребят. Прям вовремя. О, открылись боковые проходы. Отлично. Почему кусок свинины выпадает со звуком свиньи? Это же просто мясо. Я не убиваю при этом свинью. Не происходит никакого убийства животного. Так, не забываем пользоваться ускорялкой нашей. Оп, и подобрали стрелы. Опа, и красавчики. Тебя нафиг. Ого. Не, не, туда надо сходить. И туда тоже надо сходить. В общем, стрелу можно заряжать. Это я уже понял, просто я этим не пользуюсь. Наверное, зря. Ну-ка. Кирка, которая похуже, но это не страшно. Неплохо уровень подходит, кстати.
мне еще то, что нравится мне пока что, то, что, ну, я понимаю, что это данжи, и это так и называется игра, и все... Уйди! Блин, не успел его жахнуть. Вот, но пока что у нас был уровень, например, вот на свежем воздухе, был уровень вот сейчас в данже. Мне интересно, что будет дальше. Блин, он меня ведет туда, куда мне надо, а я не хочу туда, куда мне надо. Я бы сначала такой бы, чтобы сходил туда, куда мне не надо. Ну, вы меня знаете, да. Так глупо попал-то. А-а-а. Блин, мне сначала в ту сторону надо сходить. Потому что здесь я приду прямо к... месту назначения. Знаете, как это в навигаторах? Вы прибыли к месту назначения. Я тебя постреляю сейчас. Блин. Стреляет он меня. Успокойся. У меня там уже этих очков магии накопилось. А, мне еще вот что интересно. Здесь очки... Ну, как бы, очки магии можно еще каким-то, блин, образом получить, кроме... кроме получения уровня. Было бы крайне печально... застрять в какой-то момент, у тебя, например, там вещи получше уже появились, вот, а у тебя все очки магии вложены, или появится человек, который сможет выколупывать эти очки магии, допустим, ну, как бы это грубо не звучало. Надо будет посмотреть. Сейчас, например, вот после задания у меня появился торговец. Может быть, кроме торговца у меня еще кто-то появится потом в моем лагере. Было бы, кстати, неплохо. Так, а как мне вот это достать? Никто не подскажет. Ладно. Вот такая фишка иногда не срабатывает, и они такие оп, и под это оп, и все, короче, да. Объяснил. Главное правильно подохочу объяснить. Все кликабельно, тыкабельно, вот эта вот тема. Прикольно, что на многие вещи, которые ты не ожидаешь, что на них можно нажать, а на них можно нажать, и это неплохо. Немножко разнесли кишки. Да отпусти ты меня, паутина фигова. Блин. В общем, вот эти вот паучки в сочетании с... Воу-воу-воу. Это что? Это просто камни падают, да? Это ничего не открывается. Там нет никакого секретного прохода. До свидания. Да-да-да, это просто камни падают. Ну, звук был такой, как будто там что-то секретное открылось. Так, идем сюда. И, пожалуй, это у нас будет... Вот этот сундучок, это у нас будет... Оу! А, она хуже. Ну ладно, все равно хорошо. Зелье силы. Суперски. Побежали обратно. Будем потихонечку выбираться. И искать секретный фолиант. Я считаю, что я этот данж исследовал полностью, но насколько то, что я вижу. А, нет, прикиньте, мне туда. Вот он. Значит, нам обязательно нужно сходить еще и вниз. Я там не был.
А, еще и вниз можно пойти. Минуточку, он мне показывал. В том-то и дело, что он мне показывал и туда, и сюда. Ха-ха, не доплюнул. Неудачник. Тут какая-то фиолетовая штука. Она нет. А почему она не открывается? Э! О, ладно. До свидания. Так, меня карта немножечко... Не то чтобы запутала, просто он мне показывает и сюда, и сюда. А что из них? Ну там, вот я вижу там вот эту штуку, что секретный фолиант, скорее всего, там. Тогда что здесь, и почему указатели идут сюда? Вот что мне интересно. Давайте разберемся. Так, 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 так. Я там сундук пропустил? Это как я сундук пропустил? Вы чё? Я не мог сундук пропустить. Круто, кстати, что сундуки тоже отображаются на картах, и не надо гадать, где он был, как он был, и всякое такое. Да, тут, в общем, у нас еще такое небольшое крыло, не исследованное. Здравствуйте. Салют, блин, из салата. Уйди от меня, мелочь. Так. Тут у нас тоже пробоина такая в кровле, и поэтому тут тоже растут деревья. Похожее место на то, что мы видели. Опять же, интересно очень. Иди, пожалуйста. Так, у нас вон там вон один зал есть. Так, так, нет, сюда, сюда. Один большой зал с левой стороны. Там, если видите. Туда можно сходить. Вот, в общем, из минусов, которые я могу пока что найти, это то, что тут есть такие стеночки с загогулинками, и когда ты идешь, ты об них очень сильно цепляешься, это замедляет, и я чувствую, что со временем я от этого начну уставать, хотя потому что я уже начал от этого немножко уставать. Так, нам сюда. Вот, вот такие вот загогулинки, видите? И, в общем, ты об них цепляешься. И такой, да блин, да блин, да блин. И после такого 10-го, 50-го, да блин, такой, а-а-а! Рейдж начинается. Подкрепимся свининкой. Стрела не ушла напрасно. Я ударил, потом выстрелил, и все равно пошло куда надо. Хорошо. Ну, стрелы не убывают, их все так же 500, ну, даже больше 500, хотя я ими пользуюсь вообще постоянно. Скорость на скорость накладывается, что тоже круто. Ясно, этот зальчик тоже просто такой же, как и... Ну, мобов я, конечно, позабираю отсюда. Потому что экспу еще никто не отменял. Все! Теперь у нас есть вон там фиолетовые врата. Я так понимаю, что фиолетовые врата это у нас будет общий выход с локации. Тогда мы сейчас идем к фолианту. Там у нас будет, насколько я надеюсь, босс-файт. Насколько это может быть... Да, это общий какой-то выход. Нам не сюда, нам вот сюда. К секретному фолианту. Мы его сейчас отыщем. Надеюсь, заберем. Что он нам будет давать? Вот что мне интересно. Или это какой-то общий сюжетный поворот, или это прям нам уж что-то классное даст. Ну, я бы хотел, чтобы это было так. Вот в этот уголочек я не заглянул. Но уже, наверное, не пойду, потому что... Ну, может, на обратном пути схожу, посмотрим. Открылась у меня дверь к этому секретному фолианту. О, тут луть. То есть я мог просто прийти его забрать. Я тут надеялся, сейчас будет босс-файт, сейчас будет разборки. Тут сейчас... Прям финальная сцена. Я просто пришел и забрал его. Или меня на выходе встретят. Что происходит?
Давайте посмотрим. На выходе встретят. Воу-воу-воу-воу-воу! Ладно, это было жестко. Меня в самом деле чуть не завалили. Лук. Блин, я могу продавать какие-то свои шмотки, которые мне не нужны. Я же... Ай, стоп. Вот, например... Что такое забрать? А, да, то есть я могу их продавать. Все, я понял, наконец-то. Вот это вот... Да, да, отлично. Это... В общем, я тогда потом этим всем займусь. Это из-за перевода, к сожалению. Перевод получился немножечко косенький, поэтому забрать. Ха! Я сюда все-таки сходил на обратном пути. На выход мне сюда. Угу. Да, как я и предполагал, что вот эта вот часть, это будет общий выход с локации. Да-да-да, вот он открылся. Все хорошо. Тут просто дежурные стоят, на самом деле. Просто так. Новая цель. Оу! Это еще и не все? Серьезно? То есть у меня сейчас еще будет выбор, как отсюда выбраться? Мне туда. Ну, значит, мне явно не туда. Красиво. Я думал, это будет просто выход с уровня, а это выход из данжа. И тут еще дополнительно можно пойти и всякой фигней помаяться. Круто. Не знаю, что я тут найду. И найду ли вообще-то. Ну, давайте сходим. У нас есть ускорение как-никак. Ну, хоть немножечко. Вот, мобов тут немного. Заодно хоть узнаем, есть ли цель у таких блужданий. Кроме того, что здесь просто банально красиво. Вот, я сейчас буду просто ходить открывать карту. Через мостик, неплохо. Ну, да, хорошо. Тут не такая большая лока, сюда можно просто... Вот, собственно, и да. Неплохо, сундучок надыбал. Ну вот, из ниоткуда. Ой, коровка. Прикольно. Надо прекращать вот это вот, убивать всех, потому что тут на поверхности могут быть нормальные существа. Сундук из ниоткуда. Это, кстати, такого еще не было. Ну, я это первый раз вижу. Вот просто сундук лежит, да, это круто. А сундук, который появляется из ниоткуда, это тема. Как минимум, не зря сходили. Два сундука неплохих. Вот, даже если мы получаем те вещи, которые у нас уже есть, или которые хуже, чем наши, мы все равно их можем продать, вот как мы выяснили буквально несколько минут назад. Продажа вещей это хорошо, это нормально. Вот, тогда мы такими будем заниматься. Сопротивления тут вообще никакого не встречаю. Там, типа пару скелетов не считается. Так, мне туда, значит, давайте я быстренько... О-о-о, я тут пропустил кармашек, куда можно сходить. В общем, нужно почаще ходить с открытой картой, а то можно пропустить всякие местечки. Такая музыка нагнетающая, как будто сейчас что-то случится, хотя я в этом сомневаюсь. Вот сундучок, например. Прикиньте, он мне сейчас скажет, ваш инвентарь заполнен. А! Это будет... вот это будет жуткая крепота. Так, окей. Нам наверх. Значит, давайте сначала вниз. Тут есть отдельный данж. Данж в данже.
Давайте я побыстрее сейчас вниз сбегаю. Тут, кстати, народ-то побольше. Я про этот танж не забыл, но надо посмотреть, что там в конце карты. Я потом тогда к нему вернусь. Потому что конец карты-то тут все-таки есть? Есть. Так, ребят, получается, нам нужно будет с вами приблизительно смотреть по хронометражу, чтобы... О, сундучок тоже есть. Потому что территории тут довольно обширные. И чтобы нам с вами успевать проходить хотя бы по одному данжику за серию, было бы очень круто. Вот. Но если они будут становиться настолько огромными... Я, как видите, хочу посмотреть все. Если они будут становиться настолько же обширными и огромными, то, я не знаю, может быть, мы с вами будем делить данж пополам, или там как дальше уже пойдет. Не подходи ко мне. Ну, этот маленький, да, это чисто бонусовый лутовый данж. Без какой-либо определенной, наверное, цели. Просто прийти и набить кишку. Давайте глянем. Опа! Меч редкий. Тоже неплохо, просто из чувака выпал. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да хорош ты в меня слюной-то сной. Но я понимаю, что это не слюна, но все равно харкаются они с таким звуком. Все? А, извини, чуть не забыл про тебя. Вот видите, цепляюсь за уголочки, цепляюсь за уголочки, и оно такое потихонечку поднадоедать начинает. Ладно, тут мы все быстренько зачистили. Там мы тоже сходили, все, давайте тогда чешем к выходу. Потому что уже время как-никак. Ну тут наверху такая реально напряженная музыка, как будто прям сейчас что-то будет, чувак, готовься, готовься. А, нет, это просто выход. Кстати, так если посмотреть, я не видел еще ни одного босса. Хотя мы с вами в прошлой серии закончили одно, ну, там мы закончили два задания, но одно было учебным, а одно было уже вполне осознанно нами взято. Там не было босса. Когда подлетел этот мелкий и начал такой, я подумал, что реально там сейчас будет какой-то босс, но нет, я подумал, что та статуя оживет, кстати, но этого тоже не случилось. Я бы хотел, чтобы такое случилось. В данжах, ну, должны быть боссы, ну как это? Ладно, мы подходим к финалу нашего сегодняшнего путешествия, поехали домой. Все заканчивается, да, победа. Победа, победа после обеда. Шестой уровень. Мы почти уровень, кстати, добили. Попадание снаряда 89. Давайте сундучок заберем. Удочка редкая. Блин, мне еще нужно подумать, что мне делать с удочками. Это у нас... Да, это у нас дами для тренировок, как я и подумал в прошлый раз. Здесь у нас выбор миссий, которых появилось просто дофигелиард. Это круто. Кузнец. Я, наверное, между сериями тогда попродаю все, что нам не надо. А на этом, пожалуй, мы сегодняшнюю серию закончим. Спасибо, что были с нами, ребятки. Увидимся в следующей. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.